По центру освобожденной Балаклеи уже идет украинская техника, а город полностью контролируется нашими войсками. Все россияне, стоявшие в городе, были разбиты. Часть из них убежала. В городе везде поднимают украинские флаги. Россияне оказались полными сосунками. Это и понятно, потому что их основные боевые элитные части давно разбиты. Понабирали молодежь по объявлениям, у которой молоко на губах не обсохло. Но если это и есть так называемая непобедимая российская армия, то она просто смешная. Пускай весь мир видит, какие рашисты слабые. Они ничего из себя не представляют. Захваченный у россиян БТР-82, а уже уничтожает оккупантов. На технику нанесли наш пиксельный камуфляж и отправили в бой. Сейчас эта машина выполняет задачи на Харьковском направлении. Основное вооружение этой бронетехники – автоматическая 30-миллиметровая пушка. Такие же ставят на вертолеты Ми-28. Вот такой же самый БТР-82 захватили вчера. Возможно, его сразу пустят в бой. Нарисуем флаги по бокам и сразу на оккупантов на их же технике. Наша бронетехника также получает повреждения и уничтожается, потому нужно быстро пересаживаться на трофейную и идти дальше в бой. А это наши покрошили небольшую колонну оккупантов, которая не успела отступить. ВСУ сходу вклинились в оборону противника на глубину до 50 километров. Они прошли это расстояние всего за пару дней. Около 400 квадратных километров украинской территории уже освобождено. Украинские флаги быстро поднимаются в освобожденных поселках и городах Харьковской области. Оккупантов будут гнать до самой границы. Уже можно поднимать. Поднимаем украинский прапор над звільненим селом Волохів'я. Слава ЗСУ! Слава Украине! Героям слава! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик. Обязательно оставляйте комментарии. Для помощи каналу ссылки в описании.